Итак, ребята, записываю видео. Только выехал с загрузки, и вот такие вот проблемы. Не знаю, что-то мокрое, какая-то у нас турбина. Двигатель весь троит, чихает и пердит. Похоже, что-то случилось не так. Что-то пошло не по делу. Поэтому сейчас я с загрузкой, похоже, облом. Будем перегружать, что-то думать. Я еду до Ленинского, там разбираемся, что с этим двигателем. Пытаюсь аккуратно доехать до места, до Ленинского. А там уже будем думать. Так что как-то так. Такая, ребята, проблема. Короче, как и я думал, обломала штангу толкателя. Сначала ее загнула, потом ее отломила. Получается, пятого цилиндра. Я уже тут немного накрыл. Вот она. Он туда устанавливается. Видите, вот это целое. Вот, его же. Кусочка нету. Кусочек, наверное, где-то в поддон упал или не знаю. Короче, такова вся беда. Так что сейчас не знаю, что делать, искать штангу. В общем, будем разбираться дальше. Так, ребята, вот они, мои две новые штанги. Цена 1000 рублей, по 500 рублей одна штанга. Взял две, потому что на всякий случай вторая может тоже понадобиться когда-нибудь вообще в пути. Пусть будет две. Все, поехал собирать. В общем, ребята, дело было непонятно в чем. Снял головку. И вот мы наблюдаем. Честно, что там? Смотри, видишь? Как будто что-то сюда попало, потом туда, наверное, видишь, вот следы еще. Да. Как будто что-то было, да, здесь? Да. Что-то попало или что, непонятно. В общем, клапан загнуло. Так, идем смотреть, что у нас. Поршнем. Поршней ничего нету. Вообще непонятно. Вообще ничего не понятно. Ладно, разберемся. В общем, короче, ребята, такой результат на клапане, который был зажат. Какая-то стружка или не стружка. Что-то здесь такое присутствует. На плавление. Также внутри направляющего тоже такая же штука есть, разбитая, задиры. И что я еще заметил, на клапане есть вот такая вот забоина. Раз. И на втором также. Два. Вот. Вот так вот, ребята. В общем, ребята, итог таков. Отдал я головку ребятам, кто мне делали. Сказали, это из-за перегрева какого-то там. То ли форсунка льет у меня, то ли что. Короче, договорились на том, что я покупаю запчасти, они мне переделывают, и все, дальше все чудненько. Опять я в Комтрансе, вот, купил, потратил 2088 рублей, купил новый клапан Кольбеншмидт впускной, который у нас задрало, новую опять прокладку, такую же, которую я покупал, кстати, фирма та же, вот. Так, потом у нас направляющая клапана, втулка, стоит, кстати, чуть дешевле. Ну, тогда их здесь не было, я покупал у дилера. В общем, поеду сейчас все отдавать. Пусть делают, собирают, а я буду думать, что у меня с углом зажигания, так как мне это, ребята, очень сильно не нравится. Так, успел я забрать головку. Сегодня же мне поставили вот новый клапан. Полностью опять ее собрали всю. Сейчас все ставлю на место. Итак, господа, прорегулировав, поставив
полностью все на место. Собрал головку, собрал все обратно. Пока вот еще, правда, не подцепил сапун. Хочу запустить и посмотреть, как у меня вообще из сапуна пойдет ли, не пойдет дым. Вот, газы. Отрегулировав полностью снова клапана, по вот этой вот схеме, видите, ребята, вот у меня есть книги, схема, на. Так, 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 вот. Да, было немного пара зажатых клапанов, вот, кстати, и который у нас клапан, по-моему, он был чуть-чуть поджат. Вот, поэтому правду мы не узнаем, из-за чего это случилось. Поэтому сейчас все собрал, правда, тосол еще не заливал. Но сейчас думаю без тосола запустить и проверить. Масло есть, все есть, и проверить, как у нас что будет работать на самом деле. Всем привет, ребята! Нахожусь я в Еманжелинке, Челябинской области. И такой итог. Вот смотрим. Предприятие Автоплюс. Вот. Отремонтировал мои форсунки в количестве 6 штук. Цена за одну форсунку вышла 2150 рублей. Общая сумма 12900 рублей. Квитанция, чек. В общем, сейчас смотрим дальше. Вот они, мои новые все форсуночки теперь. Так, сейчас достану одну. Вот, поменяли новый распылитель, поставили. Распылитель новый. И шайба еще там внутри тоже новая. Какая-то регулировочная или какая-ли там. То бишь, распылитель стоит на форсунку 1400 рублей, а шайбочка стоит 500 рублей. Поэтому сейчас еду устанавливать свои новые форсунки. И, как говорится, будем посмотреть, что у нас произойдет. Потому что форсунки лили, я их снял, проверил. Кстати, я же проверил ТНВД, метка, угол. Все правильно у меня стоит. Я нашел данные. Вот. И получается, сейчас форсунки снял. Сейчас снова ставлю их. И будем смотреть, как у нас будет работать двигатель. В общем, поехали на установку. Так, ребята, в общем, после всей проделанной работы, ремонт форсунок, замена вот этого клапана впускного, вот этого все, установки снова головки. Вот, видите, машина грязная, блин. В общем, дал я жару по вокруг Челябинска, вокруг объезда, по кольцевой, вокруг города. И, в принципе, что мы видим? Ну, машина работает, конечно, еще пока не притерлась. Это всего-то я проехал километров, даже 100, наверное, нету. Может, есть, не знаю. Ну, я думаю, нету 100. Вот. Но машина работает, надо ехать в рейс, обкат, доводить обкатку до конца. Видите, дыма практически нет. Вот, это не так сильно, как было раньше. Вот. Ман грязный, рабочий. Погода у нас зима. Поэтому так, с этой стороны. С этой стороны все нормально. Работает. Ну, не совсем ровно работает, но пойдет. На этом, ребята, серию надо заканчивать. Вот. Подводить итог к концу. Поэтому, ребята, ман работает, все, вроде, ну, до ума еще есть, там, косяки доводить, а так, вроде бы, нормально все работает. И скажу я вам, да, надо пройти обкатку кое-какую, вот, это, ну, тысячи, может, я не знаю, после 10 где-нибудь там поменять масло, я засек спидометр. Вот, поэтому все, хватит ремонтов, надо уже выходить в рейс, у нас зима, вот, надо ехать, надо работать, пора уже.
пора уже работать, хватит уже отдыхать. И на этом, ребята, серия заканчивается. И всем спасибо, кто смотрел это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут еще гораздо интересные всякие, я не знаю, видео, там, обзоры, может еще что-то как-то. Поэтому всем еще раз спасибо за просмотр. Всем большой удачи и пока.